Помнит Дмитрия Рогозина. Для тех, кто подзабыл этого неадеквата, напомню. В начале нулевых он зиговал на Красной площади. Но в последние годы, заполучив должность главы Роскосмоса, стал чуть ли не главным борцом с бандеровцами. В своей борьбе он зашел столь далеко, что, взяв себе позывной «Космос», отправился на фронт. Крайне не хватает порой некоторых самых современных образцов, о которых, естественно, я имею серьезное представление, надо эту смену внедрять, вот, надо здесь на поле боя применять самые современные технологии, так же, как это делает наш противник. «Космос» нам авторитетно заявляет, он имеет серьезное представление о российском оборонно-промышленном комплексе. И ведь не соврал, действительно имеет. Поэтому что сделал «Космос»? Правильно, не пожалел почти 1 миллиона рублей на закупку натовской экипировки. Ну вот смотрите сами. Из российского на нем только шлем, куртка австрийская, разгрузочный жилет турецкий, пистолет ГЛОК-19 опять-таки австрийский, винтовка ненавистных им американцев и даже ноги Димы согревают натовские, а именно словацкие ботинки.